Дарья Брусева, номер 6, первая. Ага, молодец, Ксения, справилась Мария. Умничка, номер 7, тоже справилась. И Настя тоже. Свободное время рисует, занимается спортом, особенно в летнее время и на свежем воздухе. Очень любит готовить, придумывая новый рецепт. Очень талантливая девушка, которая всегда рвется изучать что-то новое. Одним словом, ее смело можно назвать творческой личностью. Учится в Кинешемском педагогическом колледже. Любит читать книги, стихи, также интересуется психологией. Увлечение Анастасии – это волонтерство. Она волонтер, потому что это вдохновляет ее. Нравится ей нести частичку добра в наш мир. И номер 19. Закончила художественную и музыкальную школу. Создает открытки и комиксы. Увлекается мозаикой, 3D-моделированием и даже косплеем. У Даши очень много увлечений, но самым главным является помощь в проведении праздничных мероприятий, проведении детских праздников, как с обычными детьми, так и с детьми с ограниченной возможностью. Определенных увлечений пока нет, потому что интересно буквально все в этой жизни. Не работает, в декрете с ребенком до 3 лет, любит кататься летом на велосипеде, а зимой на лыжах. Также занимается вышиванием, работает в центре детского развития 5 с плюсом, и также она тренер-преподаватель в центре лыжного спорта города Иваново. Учится в 10 классе 8 школы города Кинешма. Активно принимает участие в деятельности своего класса и школы. Занимается вокалом уже на протяжении 10 лет в детской образцовой студии «Верные друзья». Мечта Даши – стать талантливой актрисой и работать с лучшими режиссерами, побывать в кругосветном путешествии. Мне нравится смеяться и шутить. Мне нравится, когда другие шутят. Мне нравится самой собою быть, не думая о том, что скажут люди. Улыбайся, даже если слезы капают. Улыбайся, даже если трудно жить, если кажется, что силы на исходе, и не можешь больше продолжать свой путь. Ай, люли-люли,
case if I get it, I turn my phone. I'm absent, I can't put down. I'm tired of being lonely, I'm tired, I'm nobody. Gotta let this know, okay. I'm less empty, what to go. Even if it really hurts, it's making me stronger. I'm tired, I'm close. Ooh, what should I do? It's up to you. Рассвет наших отношений, количество бесчетных дней, время препровождений.